Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находится в аварийном состоянии. Об этом заявил Сергей Ершов. По словам сенатора, они нуждаются в срочном ремонте или модернизации. Особое опасение вызывают регионы, где их нет совсем. Чтобы исправить ситуацию, правительству необходимо принять системные меры, направленные не только на предупреждение, но и ликвидацию паводковых ситуаций, считает депутат. Кроме того, нужно ускорить разработку проекта нового водного кодекса.